Для тех, кто ищет способы приумножить свой капитал, наш традиционный обзор выгодных инвестиций. Аналитики Freedom Finance предлагают обратить внимание на две перспективные компании. FLIR Systems – крупнейший в мире производитель тепловизоров и датчиков изображения. Компания представила специальные камеры с искусственным интеллектом. По прогнозам, выручка на этот год достигнет 2 миллиардов долларов. Целевая цена за акцию около 43 долларов, прогноз плюс 11,7% за 3 месяца. Следующий участник – Viavi Solutions. Производит оборудование для обеспечения безопасности сетей связи. Выручка за первый квартал составила почти 285 миллионов долларов. Этих показателей удалось достичь за счет высокого спроса на продукты 3D-зондирования и защиты от подделок. Стоимость акции около 15 долларов, потенциал почти 10%.